Институт горного дела имени Скачинского, в котором мы сейчас находимся, был основан в 1927 году. Приказом Совета народных комиссаров было записано учредить при ВСНХ СССР угольный институт Донбасса с места пребывания в городе Харькове, который в то время был столицей Украины. Создание этого института было обусловлено необходимостью решения важнейших на тот момент задач развития угольной промышленности. В 1929 году угольный институт Донбасса был переименован в Общесоюзный угольный институт, потому что задачи решаемого института серьезно расширились. В первую очередь на территории Донбасса. Это в Донецком бассейне Артемовский филиал, Днепропетровский, Краснолучский, Сталинский и Шацкинский. А затем такие же филиалы были образованы в Печорском, Карагандинском, Кизиловском, Челябинском и Грузинском бассейне. В 1946 году по предложению академика Скачинского был создан институт ОСНИИ для решения вопросов безопасности горняков Кузбасса, Казахстана, Республик Средней Азии, регионов Дальнего Востока, Сахалина и Померса. В 1930 году для эффективного решения научно-технических проблем развития горнодобывающего отрасли при Академии наук была сформирована группа горного дела во главе с академиком Терпигоевым. А в 1938 году на ее основе был создан Институт горного дела Академии наук, директором которого был избран академик Скачинский. Таким образом, начиная с 1938 года в стране существовало два института. Один институт УГИ в Харькове и второй институт в Москве. Располагался он на улице Вавилова, недалеко от Калужской заставы, это нынешняя площадь Гагарина. Основными задачами академического института стали исследование явлений, происходящих в недрах при разработке полезных ископаемых, изыскание методов управления горной стихией, разработка научных основ подготовки и отработки угольных пластов, повышение производительности труда и обеспечение безопасности ведения горных работ. Во время Великой Отечественной войны интеллектуальная и инструментальная материально-техническая база угольного института в Харькове были полностью утрачены, уничтожены. Значит, не стало и практически персонала. Это предложение было рассмотрено в 1943 году Государственным комитетом обороны. И было принято решение возобновить деятельность УГИ с переводом в Москву. Возрожденном институте здесь, в Москве, первым директором стал Александр Викторович Докукин. А в 1959 году в исполнении постановления Совминной Президиума Академии наук от всего института УГИ и академический ИГД Академии наук были объединены в единый научно-исследовательский комплекс, который стал центром фундаментальных и прикладных исследований в области горного дела в стране. Значит, объединенный институт сохранил название Академического института горного дела, но размещен он был здесь, на территории УГИ. В ходе реконструкции 60-х годов и директором Объединенного института стал Александр Александрович Скачинский. В 1960 году его не стал, и институту было присвоено его имя. Институт горного дела имени Скачинского. В ходе реструктуризации в 1997 году ИГД был преобразован в Национальный научный центр, который и носит это название по сегодняшний день. За большой вклад в развитие горной науки, разработку и внедрение на предприятиях угольной промышленности новых технологий, средств механизации, подготовку научных кадров высшей квалификации, коллектив ИГД награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1971 году и орденом Октябрьской революции в 1977 году.